Всем привет, пришла посылка, пришла флешка, так, заказывал я ее, так, сейчас вытащу, на 8 гигабайт, 8 гигабайт, так, упаковка пошла, по упаковке все то же самое. Так. Вот такая флешка Epacer пришла. AH-326 USB Flash Drive. USB 2.0. Так. Все. Так, видео инструкция. Вот это на разных языках. Так, на разных языках. Здесь написано на русском. Здесь модели, которые не подходят. Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Mac OS, Linux. Ну и на Windows 7, наверное, тоже пойдет. Так, вот, ну, тут официальный сайт. Так, ну все. Теперь как оно? Вот здесь, наверное, как-нибудь. Так, вот она флешка. Флешка как флешка. Теперь проверим ее на компьютере операционной системы Windows 7. Так, подключим нашу флешку Epacer к компьютеру. Вставилась. Теперь переходим на компьютер. Так, видно, что флешка у нас нашло. И да, вот видно здесь, где написано Apple. Что у нас 7,19 гигабайт. Ну все, с вами был Товар Чайна. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока.